вот мы доехали до самого края речного вокзала. Здесь вот как раз в бухточке стоит Александр Грин. Мы его как-то видели, проезжали. А вот здесь дальше... Ой, тут чаек столько много налетело. А тут вот стоят Константин Федин и Зосима Шашков. Надо почитать хоть, кто эти чудные люди. Так что едем дальше.